вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как рисовать неоновой обводкой на iPhone. Вы уже, наверное, помните, я рассказывала, как рисовать неоновой обводкой на Android. Вот этой вот программе. Ссылочка на это видео я оставлю в описании. А сейчас я нашла такую программу. Там можно добавить разные неоновые шаблоны. Например, рожки, либо крылышки. Вот так эта программа выглядит. Там можно добавить еще много чего интересного. Что я вам тут рассказываю? Лучше посмотрите мой пример. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео. Подпишитесь на меня в лайке и на меня в инстаграме. А теперь погнали! Так, все. Теперь заходим. Супер фикси. Камеру. Тут можно сразу же снять видео. Переворачиваем камеру. И теперь можно снять видео. Снимаем. Либо можно взять в обычную камеру, либо в лайк под музыку. А потом загрузить сюда. Думаю, так подойдет. Теперь выключаем. Так, вот, теперь смотрите, у нас тут есть видео. Нажимаем дальше на видео. Теперь тут можно у нас обрезать. Где? Вот обрежем я отсюда. Давайте перейдем к телефону, чтобы вам было удобнее смотреть. Вот мы перешли. Я, например, выберу вот такие вот рожки для примера, которые превращаются в глаза крестиками. Вот, смотрите, мы можем нажать на них, выделить и уменьшить. Вот, смотрите, вот, либо увеличить. Вот, либо давайте их подвинем куда-то в конец. Как раз, когда я наклоняюсь. Вот, вот отсюда вот, мы вот увеличиваем. Поставили курсор. И вот до этого момента уменьшаем. А теперь подстраиваем, как вам нравится. И так можно сделать с каждой такой неоновой обводочкой. Это же так круто. Можно наложить там разные сердечки. Там очень много всего интересного. Поэтому вы можете уже сами все попридумывать и понаставлять. Потому что это очень классно. А если вам что-то не нравится, вы нажимаете на неоновую наклеечку и нажимаете на мусорничек. Вот он, да? С краешку. Вот, если вам не нравится, вы можете нажать на него и удалить. И добавить что-то другое. А вы уже... А вы посмотрите, что же добавляла я. Thank you.
Давайте посмотрим, что у нас получилось. Подстроим немножечко вот этот эффект. Вау, получается очень классно. Все классно получилось. Нажимаем на Save в верхнем правом углу. И внизу нажимаем на стрелочку, снова на Save. Все, наше видео сохранилось. Видео вам очень понравилось, и вы снимете подобные видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всем!